В рамках программы под руководством главы Татарстана прошло совещание по развитию кадрового потенциала особой экономической зоны Алабуга. Рустам Миниханов подчеркнул, важно, чтобы программы подготовки кадров шли в ногу со временем и были востребованы в реальном секторе экономики. Совместно с данным центром Ильшат Гафуров предложил создать единый учебно-научный комплекс на базе Елабужского института КФУ. По его словам, резидентам нужны специалисты тех или иных направлений подготовки. Сам колледж политехнический и способен в полной мере устроить действующих резидентов по разным причинам. Но встал вопрос, а что детям дальше делать, потому что многие выпускники колледжа уезжают в высшие учебные заведения других городов, регионов и за пределы страны. Поэтому была поставлена задача, чтобы была выстроена единая цепочка, школа, да, дом научной коллаборации, СУЗ или политехнический колледж и высшие учебные заведения. По словам ректора, в Елабуге достаточно давно работает педагогический институт, который долгое время готовит специалистов для школ. На территории данного института сегодня есть возможность развернуть необходимые подразделения нашего университета для того, чтобы выпускники колледжа еще в процессе обучения начали обучаться по специальным программам и далее перешли бы плавно на площадку нашего института и получили бы здесь диплом о высшем образовании. В то же время они не теряли бы связь с работодателями, которые размещаются здесь на территории особой экономической зоны. Такая задача была поставлена руководством особой экономической зоны Алабуга и в данный момент поддерживается президентом нашей республики. По словам Ильшата Гафурова, поставленная задача будет реализована, потому что и у Казанского университета, и у особой экономической зоны хорошая история успеха в реализации крупномасштабных проектов. Инжим Небаева, Универньюз.